Рекламку любите? Да, да, и все любят, наверное. Блогеры, что ли? Конечно. Че, пидорала? Как вам вообще? Громкое такси выходит на охоту. И всем привет! В этом видео будет снова новый выпуск громкого такси по городу Салавату. Я смотрю статистику, и, как я понимаю, громкое такси вам зашло. И вот и у меня появилось время, и я решил записать новый выпуск. Мои ролики смотрят в основном без подписки, я заметил. Так что не забываем про подписку, ставим лайки, комментируем. И также хочу сказать то, что YouTube скоро уйдет с России. И чтобы не пропустить мои новые ролики, подписывайтесь на мой канал на Дзене, ВКонтакте. Вообще, в принципе, на все соцсети я оставлю ссылки в описании. Здравствуйте. Музыку любите громко? А? Музыку громко любите? Да, да, и все любят, наверное. Хотите послушать? Саба нет. Ну, саб такой слабый. Ну, навалить еще. Да чё
You what's in the house and you look unfamiliar. Yeah, I've been the baddest. Act like you're supposed. Girl, you smell like money. That's my cologne. Мы приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Интересно, можете включить музыку на всю. Посмотрим, переорут или нет.
Ой, она топ во всех традициях. Уютная столица. Она не верит в любовь, как купица. Ой, дай денег, дай слюбиться. Ой, оу, мисс, плиз, я плачу. Если хочет, чупачу. Нужны деньги, намучу. Она сушит, намочу. Я как самый лучший блогер. Нужны траблы, накручу. Ой, и залетит, залечу. Ой, хочет днем, а я ночью. Она плачет, я плачу. Но если часто сует нос, я его укорочу. Нос, я его укорочу. Нету денег. Чё, пинорала? Пинорала. Как вам вообще? Отлично. Отлично. Понравилось? Да. Понравилось? Да. Все, такой вот видос сегодня получился с приключениями. Было несколько прям человек сегодня, прям что-то вообще не то с салаватом. Прям несколько человек были именно тех, кто отказался либо слушать музыку. Несколько человек было. Также были люди, двое либо трое, кто отказался от публикации этого ролика. Ну, как бы попросил не выкладывать его. Вот. Также меня остановили из-за громкой музыки сегодня инспекторы ДПС. В принципе, вот такой веселый видос сегодня получился. Надеюсь, в следующем будет лучше. Не забываем подписываться на мои соцсети. Ссылки на них все будут в описании. Делитесь с друзьями этим видео, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока!